Приветствую вас, аноним. Речь идет о чувстве собственничества, которое в свою очередь связано с тем, как человек, в данном случае вы, себя воспринимает. То есть для вас, вот, бывшие, их поведение, их отношение к вам влияет на ваше восприятие себя. То есть, к примеру, если бывший если бывший находится один, ну, допустим, ни с кем не встречается, это значит, что он по-прежнему думает о вас. Если человек по-прежнему думает о вас, значит, вы ценны для него. Если вы ценны для него, значит, вы ценны вообще. Ну, не только для него. По сути. Вот и получается такая штука, что вам нужно подтверждение подтверждение других людей, да, что вы ценны, что вы важны. И вы собираете, вот, так скажем, бывших, ну, понятное дело, условно собираете бывших для того, чтобы подкреплять в какой-то степени отношение к себе. Ну и в целом ревность свидетельствует о неуверенности в себе, о страхе одиночества, о сравнивании себя с другими людьми, об отсутствии в полной мере собственной реализации, то есть ревнует, ну вот ревность испытывают люди, которые не могут реализоваться в полной мере, не чувствуют себя реализованными, не чувствуют себя важными, не чувствуют себя сколько-нибудь значимыми. И отсюда возникает ревность, потому что через нее, то есть, вот, через ревность, человек пытается все это компенсировать. Вот. Ну,
Получается, конечно, плохо. Получается, конечно, только то, что вы, да и не только вы, любой человек, который ревнует, отталкивает от себя, ну, отталкивает от себя других людей. Вот. Что, к сожалению, вполне себе нормально. То есть, ну, естественно. Вот. Как проработать это? Найти, в первую очередь найти именно вашу причину ревности, преследовать отношения с бывшими мужчинами, разобрать, в том числе и то, как вы расстались, на каком основании, из-за чего, как вы восприняли расставание. Вот. Все это очень важно. И дальше уже работать непосредственно с тем, что будет понятно из этимологии ситуации, из этимологии вашей истории. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.